Всем здорово, ребята. Ну что, продолжаем наши тесты. Тестим новые таланты, танец лезвий и новую чарку. И сегодня я хочу протестить вот такого вот зефирку. Я его перекачиваю периодично. Ну, то есть здесь есть возможность. Тестирую разные варианты. Попробуем, посмотрим, что с этого получится, как он будет себя показывать. Давайте ради интереса поставим 9 выживание. Плюс здесь чарка тоже выролил. Ну, реально долго ролить пятерку. Рано или поздно я, конечно, ее получу. Ну, нам и четверки хватит для теста. То есть там процентуальное отношение этих 2% там не особо отличаться будет. Нам самое главное посмотреть, что себя будет герой представлять на локациях. Так, недомогание, конечно, топовое. Ну, неплохие чары падают, но реально пятерку. Я вам скажу так, я вытащил 3 таланта где-то за 1000 коробок пятых. То есть у кого как, на другом аккаунте у Александра я вытащил там, не знаю, за штук 100 3 новых таланта. То есть по-разному. А чарки, конечно, очень печально падают. Вот и 5-4-5. То есть так вот. Окей. Поехали. Начнем с рейдов. Сейчас я гляну, что там у нас. А, у нас нету питомца. Давайте питомца поставим ему еще, чтобы было максимум уклонения. Уклонение у нас нарулено. В общем, все как обычно. Поехали. Его и так было сложно слить. Интересно, что сейчас будет. Какой тут будет отхил? И что он вообще себя будет представлять? Вот смотрите, попадают. И недомогание, кстати, вот недомогание. Не зря одна из топовых чарок на по локации. Ну, сейчас только миссы будут проходить, он сразу будет себя хилить. Плюс он себя дополнительно от своего скилла еще хилит. Поэтому тут недомогание вот есть. Единственный вариант, как от него спасаться, это маскировка. То есть в инвиз уходить. Посмотрим. Пока вроде держится. Ну, это опять же, это не топовый противник у нас. Урона, как видите, он все равно нормально выдает. Ну, ворожей там перехиливает. Вот видите, уже огник с таким талантом у парней стоит. Многие на огников поставили. В принципе, для огника неплохо, я вам скажу. Вот, нету недомогания, посмотрите на героя, как он себя хилит. У него шкала вообще не проседает. То есть он получает максимальный отхил. От чарки отхил, от удара, то есть от скилла отхил, от таланта, от мисса отхил, от эмблемы отхил. 4, ребят, 4 отхила в героя. Еще можно 5, допустим, там питомцев сделать. То есть это просто бешеный... Получается у нас заряд жизни. И при том, что по нем проходит урон 36к, это потолок. Вы себе представляете, да? То есть, если не работает недомогание, вы этого героя никак не сольете. У него иммунитеты там, если у героя есть иммунитеты к стану, это просто жесть. Самое основное — это ограничение. Еще я хочу розу такую затестить, показать, посмотреть, как она будет себя показывать. Ну, вот то, что вы видите, это просто... Вот я показал вам Фрейю, она просто мега крутая. Это с той же серии. Просто это донатный герой, то, скажем так, бездонатный герой. А еще плюс в том, чем выше у вас прорыв, тем больше будет у вас отхил. То есть из-за того, что у вас больше жизни, у вас герой будет больше хилить. Ну, вот так вот. То есть его, ну, нереально убить. Мы троих там уже слили. Сейчас попробуем. Вот давайте, кстати, на огника закинем. Интересно будет посмотреть. Вуаля, ребят. Против 30-го огника там еще нас стрелок бьет. Кто там нас еще бьет? Фрейя. Ну, свалено не считаем.
И героя просто нереально пробить. Ну, кинули паралич, он слился до половины и опять дальше воюет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ничего себе. И посмотрите, посмотрите, какой набор. И сразу же фоловый отхил. Ну, можно поставить маскировку, можно поставить выживание. То есть и то будет круто, а в итоге вашего героя, ну, просто так не слить. Это один герой, а таких можно несколько собрать, то есть, ну, просто жесть. Я не знаю, чем они думали, когда они вводили этот талант, но теперь все просто не актуально, скажем так. Давайте на подземках, интересно посмотреть. Кстати, я хочу на восьмых попробовать зефирку запустить, только здесь надо будет, наверное, маскировка, потому что тут сейчас нам прилетит по максимуму всего. Да, тут видите, тут надо маскировку ставить. Эмблемой. Чтобы он уходил в инвиз сразу. Успеет? Вот смотрите. Сразу же на фул отхилился в инвизе. Сейчас его пока сольют. Это просто аут, ребят. Что это такое? Это просто жесть. Ну вот, наконец-то его слили. Ну такая орава его атакует, а ему пофиг. Блин, ну круто, я не знаю, вот мне нравится. Ну вот просто здесь еще, вот знаете, в чем минус? Он, давайте сейчас найдем там, где Асура не будет. Он сливается на отражалках. То есть он может бить Асуру и сливаться еще дополнительно. Так, тут у нас хранители. Уже сам не помню, где кто есть. Вот отлично. А, и тут тоже Асурики. Он просто бьет по всей карте. В общем, что вы скажете на такую сборку? Это просто, как по мне, реально жесть. Вот, отлично. Есть у нас Фрейя. Мы его тут выпускаем где-то подальше. А, тут недомогание, видите, срабатывает. Вот недомогание портачит. Но все равно он наполовину отхиливается. Посмотрите, как идет хорошо. Недомогание все-таки реально тащит эту чарку. Ну, смотрите, хил, 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 блин, это просто жесть. Сколько дамага он получает, и он все равно себя хилит. Ну, каких-то 11% он выбивает. Это вполне хватает. Просто ни один из героев столько не простоял, как он. Сразу же отхил на фул. Офигеть. Смотрите. А вот застанился, кстати. И сразу же фуловый отхил пошел. Вы видите, застанили. Короче, вот так вот, ребят. Ну, не знаю, как по мне, реально очень круто получается. А ну сейчас, секунду. Ну, видите. Короче, что я могу вам сказать? Обалденный талант для таких героев, конечно, у которых есть ограничения. Но это просто Unreal какой-то. Давайте поехали на другие локации, посмотрим. Что там у нас по локациям интересное? Ну, экспедиция. Тут, думаю, у меня противников просто таких нет, чтобы можно было бы затестить. Ну, тут слабенькие противники, бессмысленно. А, давайте на арену побежим, может там хоть кто-то будет.
В общем, еще я хочу потестить Розу, попробовать посмотреть, как она будет выглядеть в такой сборке. Ну, есть еще несколько героев, но я вам показал, что вот реально очень круто вот это все смотрится на Фрея, на Огнике и на вот Зефирке. Нереально круто. Он их даже что-то не почувствовал. Тут противники, видите, слабенькие. В общем, с такими, блин, талантами, чарами, это просто жесть, ребят. У него отхила, блин, каждый удар это получается отхил. Это жесть какая-то просто. О, вот есть огник какой-то. Посмотрите, он фуловый стоит, он просто стоит фуловый. Может, найдем кого-то посильнее? Видите, тут топ, к сожалению, не тот. Немножко не те противники. Ладно, побежали на забытую. Попробуем здесь его соло. Посмотрим, как он себя покажет здесь. Здесь тоже у меня просто мега противники, ну. Может, попадется кто-то. К сожалению, пока никого нет. Короче, тут любой герой, с любого героя можно сделать импу. Ну, сама суть, я вам показал, что на этом герое реально этот талант и чарка тоже будут очень круто заходить. Его нереально будет убить, как точно так же, как и Фрею. Если маскировка, он с инвиза просто выходит фуловым, и вы сразу опять же его бьете. Плюс он парализует, он на нем даже эффективнее оно все будет смотреться. Сегодня мы побегали на атаке фортов, и я вам скажу, это просто жесть. Плюс у него увеличивается урон. Как-никак, блин, 150%. Это точно так же, как и пакт, по сути, там, либо бог войны 9. Плюс уклонение увеличивается дополнительно. Ну, в общем, о чем говорить. Плюс отхил сразу же 50%. У него стоит ограничение. Как бы вы его ни били, вы его не убьете. Та же самая история, в принципе, и с Огником. Вот, смотрите. Вроде казалось бы, да, там его... Ну, посмотрите на его жизнь. Это просто какой-то Unreal. Он просто не проседает. Это говорит о том, что они ему наносят дамага намного на порядок меньше, чем у него отхил. Вот по 36 он там бьет. А, кстати, вот смотрите, Огник тоже с таким же талантом. Вот два встретились, два таланта. И один другого тоже не могут убить. Но вот тут, видите, нам повезло. Но если бы там был тоже фуловый прокачанный, это просто вечный бой, это бессмысленно. Поэтому сейчас этот талант будет реально в топе, потому что он дает офигеннейший отхил. Ну, надо немножко к нему уклонения, чтобы он работал.
Вот видите, только мисс срабатывает, он сразу же работает. Но я не знаю, я бы на месте разработчиков, наверное, все-таки пофиксил этот талант. Это просто, ну, убийство очередное всех локаций. Либо переделает локации, какие-то условия по-другому, но потому что это нереально. Атака фартов и все остальное просто в никуда, скажем так. Да, в общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, что вы думаете по поводу таланта, на ком хотите увидеть. Я сделаю еще розу. А, многие из вас просили. Пишите, кого хотите увидеть. То есть героев реально очень много. Даже тот же самый, я думаю, и Минотавр на нем тоже очень может зайти этот талант. А, зарулить ему, хотя ему даже не надо ролить, немножко уклонения дать, и он будет тоже тащить и будет нормально бить. Пусть еще будет себя хилить в нужный момент. Вот так вот. А в плане ЗБшки сейчас все наролят, наставят этих талантов и хотя бы по одному герою в пачку, и вы просто не успеете его убить. Вот смотрите, сливают вроде, да? И сразу же посмотрите, какой пошел отхил. То есть здесь у нас Лазуля, Огник, Некрас, кто там еще, не вижу. Кто-то еще есть. И посмотрите, что он делает. Они просто 5 героев его бьют, а ему все нипочем. То есть вы на такого попадаете героя, и вы должны понимать, что вы просто одну попытку просрали. Потому что вы ничего не сделаете. Он будет себя все равно хилить и выстоит до последнего. Вот так вот. Плюс он еще может ушатать, если у вас будут не особо прокачки. То есть это один герой просто показал. Вам пример. Поэтому что тут сказать? Браво, IGG, вы в очередной раз убили еще и, по-моему, и забытую битву. То есть это еще одна локация, в которую теперь можно даже не бегать. Если там раньше можно было там что-то сделать, сейчас вы просто уже, ну, единственный вариант, как я вижу, это недомогание, и то оно не всегда спасет. Если будет маскировка на героя, он будет уходить в инвиз, недомогание не будет срабатывать, он себя отхилит, выходя с инвиза. Поэтому все, вуаля, вот так вот. Вот смотрите, в инвизе сейчас у нас там Фрея. Она вышла с инвиза, отхилилась на фул. В одну пачку кидаете Фрею, в другую пачку землеройку, в третью того же самого огника такого. Ну тут мы затащили, нам как-то повезло. И все. И вы нифига не сделаете, ребят. Вы ничего не сможете сделать, потому что вас просто, ну, разберут. Точнее, не разберут, вы не убьете героя. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.